Салавате состоялся заключительный этап Кубка Республики Башкортостан по велоспорту на шоссе. В городском парке он собрал почти 50 велогонщиков юга республики. Юноши и девушки старшей возрастной группы 14 и 15 лет соревновались на 30-километровой дистанции. Спортсмены 13 лет и младше должны были проехать по 25 километров. В соревнованиях приняли участие воспитанники Салаватской спортивной школы «Триумф». Занимаюсь велоспортом уже 4-й год. Кроме этого, я был призером Башкирии по зимнему триатлону. Результаты на следующий год уже будет, получается, мой год 5-й, 6-й. Буду стараться быть в тройке уже в открытии по велоспорту город Салават. Выезжать на трассу, делать горные тренировки, не пропускать, конечно же, тренировки. Ну и уже в этом году выполнить КМС по зимнему триатлону. Мы сюда приехали, наш регион, и город Белорецк, Сиротамак, Ишимбай, Салават. Всего участвует 45 человек, 16 из них это наши салаватские спортсмены. Хочется выразить большую благодарность и большое спасибо от имени спортсменов, от имени тренеров, представителей команд, нашим спонсорам, нашим партнерам по спорту. Это Субхангулову Альберту Маратовичу, в прошлом нашему воспитаннику. Марина Кизим, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».